Шел третий день в Нью-Йорке. Шел третий день, мы сегодня выспались. Мы идем, снова идем пешком по Нью-Йорку. Можно было бы на метро, но мы решили пройтись, потому что тут недалеко. Всего 20 минут. Да, мы идем на Хайлайн. Хайлайн. Вчера вечером у нас были отчаянные попытки затусить DMC, но что-то пошло не так. Мы перемещались с места на место. На такси. На такси, ездили по всему городу, и везде нас встречали огромные очереди. Потому что было пятница вечер, все хотели в клубы. И после третьей или четвертой попытки мы решили, что не судьба, не получится сегодня. В итоге ничего. Мы приехали домой. Мы приехали домой. Сделали горячий сидр. Горячий сидр. Первый раз попробовал, вкусно. Американцы почему-то не знают, что такое глинтвейн. Они пьют горячий сидр. Мы сделали с яблочками, с корицей, да, очень вкусно, мне понравилось. Хайлайн, бывшая железная дорога, по которой перевозили снасти с одного склада на другой. По мере развития дорог им перестали пользоваться и хотели снести, но шел долго суд, и выиграли зеленые, и здесь сделали парк. Наверное, летом здесь клево, но сейчас здесь сено и солома, и голые деревья. Как быстрее всего найти Чайнатаун. Вы идете по улице, ищете китайцев и идете в сторону увеличения их количества. Чем больше китайцев, тем ближе к цели. Новый год. Вот сегодня их 1 января. Кажется, они все лежат дома, доедают оливье, вот, смотрят телевизор.
могли отказать себе в удовольствии пойти в китайский ресторан здесь, в Чайна-тауне. Хотели пойти в тот, который нам порекомендовали, но увидели там очередь по талончикам. Нам сказали, что ждать 45 минут минимум. Вот, мы решили, чем он лучше других, и пошли в другой. Здесь сидят одни китайцы, практически. Это клево. В общем, особенно с юга Италии была самая большая волна миграции. Потому что не все признавали объединение, и они сюда уезжали в поиск лучшей жизни. Мафиози в том числе. Как вы уже поняли, мы в маленькой Италии. Район Нью-Йорка, где витает мафия местная. И очень вкусные десерты, на которых у нас сейчас нет места. Сейчас нет места, но мы их обязательно попробуем. Вот они! На Бродвей. Знаете, что я вам скажу? Здесь нет стиляг. Вообще. Самое большое разочарование. Это просто улица с кучей модных магазинов. Достоверных источников мы узнали, что в Нью-Йорке есть особый вид баров, который называется Speakeasy Bar. Это секретное место, о котором не напишут ни в путеводителях, не расскажут туристы, гиды и так далее. Они узнают либо местные, либо интернет. Не такие уж они секретные. Один из этих баров – это оригинальное место, которая существовала в период сухого закона в Нью-Йорке, когда нельзя было пивать, там наливали. У этих баров нет вывесок, это неприметная дверь, которую нужно еще найти. Нам это удалось, мы нашли, мы зашли туда, место называется The Back Room. Там очень суровые охранники, поэтому приходилось снимать из-под тишка. Там прикольно. Там очень много народу и очень антуражно. Мы
мог ли я когда-нибудь представить, что буду сидеть на крыше Нью-Йорка в красном халате с видом на Empire State Building и пить горячий сидр с водкой? Никогда. Это мечта.